Татаринформ в очередной раз прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с журналистами республики. Здесь была затронута одна из самых важных для абитуриентов и университета тем – прием КФУ 2016. Поскольку мы являемся не одним из самых больших, а самым большим университетом на территории Приволжского федерального округа, соответственно, и достаточно большой прием у нас. В прошлом году он доходил до 10 тысяч человек. Понятно, что прием формируется из двух частей. Это есть бюджетный прием и коммерческий прием, то есть на возмездных условиях, когда наши студенты, либо их родители, либо компании за них оплачивают. Из года в год вопросы, связанные с изменениями условий приема, наиболее часто обсуждаемые в средствах массовой информации. В этом году общее количество бюджетных мест в университет возросло. При этом рост произошел за счет педагогического, инженерного и медицинского направлений. 5316 – это бюджетных мест. Я должен сказать, что контрольные цифры приема, они формируются на конкурсных условиях. То есть Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет по каждому направлению подготовки конкурс. Да, и мы участвуем в конкурсе на получение этих бюджетных мест. В то же время произошло и сокращение бюджетных мест для экономистов, юристов и международников. Ректор КФУ также рассказал об использовании университетской клиники при подготовке врачей. Кроме того, здесь же впервые озвучили стоимость контрактного обучения. Подробнее с цифрами и фактами, связанными с приемной кампанией этого года, вы можете ознакомиться на официальном сайте Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Евгений Максимов, Универньюз.